быть свободны. А для этого надо закончить войну, друзья. Но нет войны. Мы все сидим перед телевизором, перед нами стоит зомбоящик. Вот когда сидит, предположим, пенсионер перед зомбоящиком, он знает, что когда рассказывает про пенсионеров, там врут. Вот учитель смотрит рассказ по образованию, он знает, что врут. Там полицейский тоже самое знает, что про него врут, такая хорошая у нас полиция. Вот все мы знаем, что про нас врут в телевизоре, в российском, правильно? Но все вообще будут думать, что про других говорят правду. Вот это когда оттолкнуть человека, который рядом сидит, сказать, если про тебя врут, то и про других говорят так же, ложью. Поэтому надо людям открывать глаза, что Российская Федерация превратилась в империю лжи или лжи в империю. Каждый из нас должен стать таким агитатором. И несмотря на то, что там тяжело, сложно общаться с родственниками, знакомыми. Если каждый из нас хотя бы одного, двух зетников, ватников приучит правильной информации, подсунет правильный телеграм-канал с объективной информацией, правильный видеоролик с Ютуба, например, понимаете? Постепенно вот это наше все общество, наш российский народ, его надо лечить. Я вас призываю стать докторами, психологами своих вот этих замороченных зетниковских россиян, лечить их потихонечку, аккуратно, не кричать, не переубеждать, а правильно задавать вопросы. Когда вы задаете правильные вопросы, и так уж устроен человек, человек начинает задумываться и начинает искать правильный ответ. Мозг начинает работать. Свобода антифашистам! Долой тюрьмы!